Ну что, друзья, всем привет! Сегодня просто потрясающий день, потрясающая погода, как раз-таки для того, чтобы мы сегодня с вами потренировались хорошо. Открывайте, скорее всего, окна, открывайте балконы, впускайте солнце в свою комнату. И я рада вас приветствовать на тренировке пресс плюс школа гибкости. Очень хорошая тренировка, и силовая, и растяжка в то же время. Для возрастной категории от 9 лет и старше все желающие могут принять участие в нашей тренировке, потому что она всего длится 30 минут, и за 30 минут вы почувствуете, что вы хорошо потренировались. Ну что, вам нужны будут кроссовки. Босиком будет не очень комфортно, и также нам нужен будет коврик и вспомогательный предмет, это ремень, либо полотенце, либо то, что вам поможет на растяжке. Ну что, я думаю, что вы уже давно все это готовите, вы уже знаете формат нашей тренировки, поэтому я думаю, что будем начинать. Я включаю музыку, и мы с вами приступаем к разминке. И начинаем марш с правой ноги. Колени высоко поднимаем, вдох и выдох. Еще. Заряжаемся энергией, солнце. Будьте готовы, степ-тач. Шагаем широко, корпус вперед. Плечи. Улыбка, хорошее настроение помогут нам сегодня. Включаем руки. Или степ. Широко, вместе. И руки можно подключить тоже. Потянитесь к солнцу. Хорошо. Последний. Степ-тач. Широко. Широко. Отлично. Колено. Еще. Разбиваем наши колени. Степ-тач. Отдыхаем. Руки. Чувствуйте лопатки. И вистеп. Снова. Хорошо. Можно потанцевать в этот момент. И небольшой прыжок. Отлично. Open step. Ногами носок. Отлично. Готовьте руку. Пускаем вверх. И колено. Отлично. И будьте готовы. Нога в сторону. Lift side. И медленно приседание. Колени вперед. Хорошо. Выпад. И снова приседание. И выпад. Хорошо. Ноги шире. Хорошо. Коленки наши развиваются. Собрали. Open step. В стороны. И вытягиваемся. Еще сильнее. Далеко. И готово колено. Колено смотрит вниз. Пятка к ягодице. Лифт. Хорошо. Стоп. Хорошо. Делайте вдох.
И выдох. Ну что, я думаю, что вы размялись. Я уже вполне. Мы сами приступаем к прессу. Коврик. Нам понадобится ремень. Далеко не откладывайте. Первое упражнение. Мы с вами будем делать. Сегодня будет много статики, поэтому готовьтесь. Также два круга по три упражнения. Первое упражнение. Мы с вами отрываем плечи, лопатки. Отрываем ноги. И с вами 30 секунд работаем попеременно. Если вам будет это сложно, вы можете поставить ноги и работать, как мы с вами до этого работали, также отрывая плечи и лопатки, но ни в коем случае не убирая их. Ну что, я включаю секундомер. Работаем также по 30 секунд. Главное, чтобы вы почувствовали секунд хорошую работу. Так, секунду. Готовьтесь. Все, я готова. Оторвали плечи, оторвали ноги, угол 90 градусов. 3, 2, 1, поехали. Попеременно. Выдох, выдох. Хорошо. Отлично. Работаем каждый в своем темпе. Осталось 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Супер. Отдыхаем. Потянитесь. И следующее упражнение. Обратное скручивание. И выпрямляем ноги под углом 45 градусов. Опять скручивание. 45 градусов. Все. Вы это уже знаете. Осталось это просто качественно, с хорошей техникой сделать. Ну что, у нас 5 секунд осталось. Исходное положение. 3, 2, 1. Руки на полу. И выпрямить. Поясница к полу. И отрываем таз за счет мышц живота. Отлично. Секунд всего лишь осталось. Плечи также на полу. Также свой темп. Главное чувствовать, как работают ваши мышцы. Стоп. Следующее упражнение. Мы с вами с положения сидя отклоняемся под углом 45 градусов. И просто попеременно работаем руками. Да, как будто у нас тут мячики, и мы с вами их отбиваем. Ну что, 5 секунд уже осталось, будьте готовы. Исходное положение. Начали. Дышим. Отлично, чувствуете что-нибудь? Я вот прям очень хорошо. Так, 10 секунд. Отлично. 3, 2, 1. И плавно опускаемся. Отдыхаем. Прям мы закончили с вами упражнение вместе с треком. Отдыхаем. И у нас второй круг. Второй круг. Ну что? Осталось 10 секунд отдыха. Готовимся, у нас впереди косые мышцы живота. 3, 2, 1. Поехали. Старайтесь успевать музыку в ритме. Чувствуем, как наши мышцы горят. 5, 4, 3, 2, 1. Хорошо. О. Можно потянуть, поднять таз.
расслабьте мышцы живота. Сегодня хорошая подборка упражнений. Я прям сама прекрасно это чувствую и думаю, что вы тоже это чувствуете. Сегодня ваш пресс должен поработать хорошо. Ну что, готовы? У нас уже следующее упражнение. Некуда лежать, отдыхать. Поехали! Пресс сам себя не накачает. Кубики сами не появятся. Только благодаря вашим стараниям, хотела сказать страданиям. Ну и страданиям тоже в какой-то степени. 10 секунд. Доработать до конца. Не забываем про поясницу. Стоп. Отлично. Крайнее упражнение в этом кругу. Напоминаю, это второй круг. И впереди у нас будут планки. А пока отдыхаем. 15 секунд. И у нас с вами статика. Максимально сжимаем мышцы. Даем им погореть хорошенько. Готовы? 3, 2, 1. Хорошо. Не забывайте дышать здесь. Здесь дыхание свободное. Так, 10 секунд. До конца доработать, не халтурить, даже ни единой секунды. Ваш пресс вам скажет спасибо. Стоп. Хорошо, потянитесь немножко за макушкой вверх. Думаю, что мне там мешает проводочек. И у нас с вами следующий этап. Это наши планки. Мы будем делать две планки на ладони. Да, первая у нас планка будет 30 секунд. Мы будем отрывать одну руку. Да, как стараться не смещать корпус, да, переходя на три точки опоры. Стараемся удержаться, чтобы не сместиться. Следующая планка у нас будет, мы будем работать ногами, подтягивать колено к груди. И последняя планка у нас будет на локтях. Так, ну что, мы что-то с вами очень долго отдыхаем. Я думаю, что пора уже готовиться. Первая планка. Отрываем ладони от пола. Приготовились. 3, 2, 1. И поехали. Если вам сложно, ноги можно поставить пошире. Таким образом у вас площадь опоры будет больше, и вам будет проще выполнять это упражнение. В дальнейшем уже соберете ноги. Хорошо. Локоть направляем вверх, рука вдоль туловища. Осталось 3, 2, 1. Стоп. Отдыхаем. И впереди ноги. Подтягиваем колено к животу. Еще раз напомню. Здесь тоже мы с вами не смещаемся. Все, кроме ноги, которая подтягивается к вашему животу, у нас закреплено. Готовы. 5, 4, 3, 2, 1. Начали. Работаем. Забываем про улыбку. Если вам тяжело, улыбайтесь и делайте вид, что вам легко. И вам на самом деле будет казаться это легко. Так, время. Осталось 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Стоп. Отлично. И у нас впереди простая планка на предплечьях. Мы с вами будем делать 3 планки по 10 секунд с перерывом в 10 секунд.
всего лишь. Да, добьем, так сказать, наши мышцы живота и перейдем к нашей спине. Ну что, через 15 секунд мы готовы, ставим 10 секунд, 10 отдыхаем. И так еще 2 раза. И будете все молодцы. Готовы? Стоим. Оп. 10 секунд всего лишь. Так. Хорошо. Стоп. Чуть-чуть вдохнуть. Чуть-чуть потянуться. И готовы. 3, 2, 1. Оп. Таз подкручиваем. Локоть под плечом. 3, 2, 1. Стоп. Отдыхаем. Все. Все, крайне планка. Самое лучшее. 3, 2, 1. Самое лучшее, самое результативное. Хорошо. 3, 2, 1. Стоп. Ох, сегодня мы прекрасно заканчиваем, прям с окончанием трека. На самом деле, все так и должно было быть. На сами переходим к спине. Мы будем делать сами гиперэкстензию. Да, поднимаемся. Руки на уровне ушей. Мы с вами будем просто делать руками полукруг. Минуту таким образом. И минуту мы будем с вами поднимать ноги. Да, то есть корпус у нас будет полностью расслаблен. Работает нижняя часть. Ну что, по минуте и мы переходим с вами к прекрасной нашей части. Ну что, я думаю, готовы. 3, 2, 1. Поднялись. И работают руки. Чувствуйте ваши лопатки. Руки длинные, рисуют полукруг. Взгляд в коврик. И шея, продолжение спины. Тянитесь за макушкой вперед и вытягивайте себя мысленно. Хорошо. 30 секунд еще. Если вам сложно, вы можете чуть передохнуть, прям совсем чуть-чуть, и уже снова подключаться к нам. Хорошо. Спокойно дышим. Выдох. Чувствуем свои лопатки. И осталось всего 5, 4, 3, 2, 1. Стоп. Отлично, отдыхаем. И впереди готовятся наши ножки. Они будут работать тоже сегодня. Таким образом мы с вами создадим хороший мышечный корсет. За счет тренировки мышц живота, мышц спины будете красивые, спортивные, с кубиками. Ну что, еще 15 секунд. Подышите, расслабьтесь. Можно чуть потянуть. Да, мышцы спины, округлив спину. Но недолго, потому что у нас осталось 5, 4, 3. Руки перед собой, 2, 1. Ноги. Наш корпус расслаблен, работают ноги. Подтягиваем ягодицы. Хорошо. 20 секунд уже прошло. Отлично. Осталось 20. То же самое, можно отдохнуть, если вы чувствуете, что вам тяжело. Но я думаю, что вы уже все спортивные. У всех уже хорошая подготовка. Так что мы с вами до конца работаем. Тем более осталось 3, 2, 1. Стоп. Отлично. Толкните себя ладонями. И потянитесь за руками вперед.
Расслабьте мышцы спины. Аккуратно с круглой спиной поднимитесь наверх. Возьмите себя под колени и округлите спину. Хорошо. И плавно раскрутитесь. И я вас поздравляю. Мы с вами дошли до приятной части, до растяжки. Сегодня хорошо-хорошо с вами проработаем мышцы ног. Растянем, потянем, расслабим. Для этого снимаем наши кроссовки. Ремешок нам понадобится, может быть, кому-то не понадобится. Все зависит от вас. И устраиваемся поудобнее в центре своего коврика. Скрестите ноги перед собой. И немножко подышите. Сейчас у нас более приятная музыка. Если кому-то будет неудобно сидеть в таком положении, ноги можно поставить вот в такое положение. Главное, чтобы ваша спина была ровная, красивая и здоровая. Потянитесь за руками вверх и вытяните свой позвоночник, потянитесь макушкой. Дышите глубоко и спокойно. Хорошо, большие пальцы назад и раскрываем грудную клетку, опускаем плечи вниз и собираем лопатки. Слушайте музыку, смотрите в окно. Пусть ваше настроение поднимается с каждой минутой. Потянитесь вперед, округлите спину, подбородок к груди. И почувствуйте, как между лопатками вы чувствуете расслабление. Правая рука наверх, ладонь на позвоночник. Потянем мышцы рук. У нас с вами трицепс. Голову не опускаем, подбородок поднимаем вверх. И спину ни в коем случае не округляем. Эта же рука в сторону и подтягиваем локоть к груди. Расслабим наши плечи, которые сегодня помогали нам, стойко держали нас в планке. Другая, то же самое. Ладонью, которая у вас сзади, там, на позвоночнике, прям толкайте свой корпус, да, чтобы он вас не округлял, проверяйте, чувствуете округление, сразу подтягивайте себя вверх. Хорошо. Плечо. Отлично. Ноги соберите, стопы вместе. Возьмите себя за щиколотки и локтями попытайтесь опустить свои колени чуть ниже. При этом спину держим ровно. Положение бабочка. Хорошо, поставьте руки назад, как можно ближе к себе, выпрямите спину, потянитесь за макушкой и опустите коленки еще ниже.
правую ногу в сторону. Угол у вас должен быть такой, чтобы вы сидели ровно. Две ваши тазовые косточки были ровные. Возьмитесь правой рукой за ногу и на выдохе подтянитесь к носку. Открывайте грудную клетку, не округляйте спину. Колено старайтесь также класть чуть ниже. Чувствуйте, как тянутся ваши мышцы спины. Хорошо, плавно. Вернитесь в исходное положение и поменяйте ноги. Все то же самое, ровный корпус. И также наклон к носку. Поворачивайте грудь вперед. Хорошо, плавно возвращаемся. И вторая нога также в сторону. Максимальный угол. У кого-то, может быть, его нет. Вообще ноги в шпагате. Ровная спина. Поставьте ладони перед собой, либо на колени. И мы с вами плавно шагаем за руками вперед. Вытягивать как можно дальше ладони на одной прямой до чувства легкого натяжения мышц. И это положение мы с вами фиксируем. Расслабляемся, можем закрыть глаза, послушать музыку, помочь своим дыханием еще сильнее расслабиться. Сейчас вам тянуться достаточно легко, потому что ваши мышцы разогреты, и они вам более помогают растягиваться. Поэтому, если вы хотите растягиваться дома, периодически вам нужно будет обязательно разогреться. Делайте вдох, и на выдохе наклонитесь еще. Как будто руками, да, вы толкаете пол назад, а сами тянетесь вперед. Хорошо, плавно поднимаемся. И собираем ноги вместе, аккуратно, медленно, без резких движений. Последнее упражнение. У нас с вами будет складочка. Задняя поверхность ног. Нам может с вами понадобиться ремень. Цепляем за стопы. И аккуратно подтягиваем себя. Ваши пятки, ваши колени, ваш таз должен быть на одном уровне. И подтягиваемся, стараемся животом дотянуться до бедер. Грудью тянемся к пальцам ног. Можно также взяться за стопы, либо положить ладони на пол. И главное условие – прямая спина, не округляемся, а наоборот стремимся грудью, как я уже говорила, к пальцам ног. Также на выдохе опускаемся чуть ниже. Бросаем вызов своим мышцам.
плавно раскручиваемся, подтягиваем ноги к себе. И я с удовольствием, конечно же, занималась с вами еще, показала бы вам еще больше упражнений, но, к сожалению, наша тренировка подходит к концу, и я безумно рада, что вы пишете приятные комментарии, что вам нравятся мои тренировки. Буду с нетерпением ждать вас на следующих тренировках. А пока я с вами прощаюсь, желаю вам хорошего настроения, позитивного настроя, хороших тренировок. Пока-пока!